Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Я пришла со школы и решила снять для вас видео, как я распаковываю посылки. Давайте же начнем. На сегодня 100 посылок, то есть 4, и ножницы необычные. Я считаю, что это котик. Кто считает, что это белка или котик, пишите в комментариях, кто это все-таки. Или может у вас свои варианты, кто это, но я считаю, что это котик. Ладно, давайте начнем. Первая посылка будет вот эта. Ой, там что-то интересное. Сегодня просто модная буду. Это какой-то зеленый бантик. Давайте же откроем. А это галстук бабочка. Ой, я съела. Вот как вы знаете, есть украшение, попалось, значит я одену. До конца видео съем. Так, эта посылочка интересная, красивый бантик. В школу можем пойти. Давайте же откроем следующее. Вот это интересно, что это. Что-то интересное такое. Красивое. Так, откроем. Уже интересно. Так, это что? Это же животные. И такие фигурки, кто бросаешь в воду, и они растут. И это, об этом будет видео. Так, отложим их в сторону. Какая следующая. Это интересно. Интересно, что это такое. Вау! Красотень! Открываем. Такой вот красивый браслетик. О, такой красивый. Все, я вносила. Камушка со стразу. В общем, очень красивый браслетик. С удовольствием буду носить. Рекомендую и мальчик, и животных. Все, буду рекомендовать. И открываем последнюю посылочку. Здесь что-то мелкое, очень приятное. Таких мелких я давно не видела посылочек. Ой, какая мелкая букашка! Паучок это светится ночью. Он придет к вам. Не кусит, если вы не подпишетесь. Так он паники паучок. Прикольный. Можно так кинуть на парту еще. Здесь пугать. А, это паук. Да, прикольный паучок. Хотя жалко, что он маленький. Немножечко так распать, но... Ну
лучше не ломать его, конечно. Откладывала другим животным нашим, которые были. И ставь лайк, и подписывайся на мой канал. Всем пока! И не забудьте писать мне комментарии, я всегда отвечаю.